Качественная подготовка новых кадров для газовой отрасли – актуальная задача. Поэтому открытие технического класса группы «Газпром Межрегионгаз» в УГТУ стало важным событием как для отрасли, так и для высшего учебного заведения. Участником мероприятия стал заместитель генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Александр Заварзин. То, что здесь мы представили, во всяком случае, я вижу, да, это действительно то самое оборудование, которое ныне используется нашими компаниями в непосредственной деятельности, а именно предоставление услуги по газоснабжению. Ознакомление с работой с этими приборами, с этими устройствами – это важнейший этап в обучении. Как отметила ректор Надежда Ярушкина, университет продолжает работу с индустриальными партнерами. Технический класс группы «Газпром Межрегионгаз» – не единственный партнерский проект. Ранее свои учебные классы на базе университета создали такие компании, как «Т-плюс», завод «Искра», производственная группа «Ленгранд», Ульяновский автомобильный завод. Все отраслевые аудитории созданы на основе базовых кафедр УГТУ. Потому что мы с вами сейчас живем в такое время, что ни университеты не смогут без индустриальных партнеров подготовить хороших практикоориентированных специалистов, ни индустриальные партнеры не смогут хорошо развиваться, если они не будут иметь ответа на вопрос, какие кадры, кто придет к ним на рабочие места завтра, послезавтра, что они должны знать и уметь. Технический класс, созданный на базе кафедры теплоснабжения и вентиляции имени Шарапова, даст студентам возможность изучить технологии, связанные с газификацией и использованием газового оборудования, понять принцип действия систем газоснабжения и особенности их эксплуатации. То мы, конечно же, будем рады всегда увидеть выпускника, который уже на начальном этапе приходит в компанию с базовыми знаниями. Это очень важно для нас. Поверьте, вот такой сегодня кадровый голод, голод именно в кадрах профессиональных, которые приходили бы и делали первый шаг уже с неким багажом знаний именно нашей профессии, для нас крайне важен. На открытии присутствовали выпускники кафедры, которые сейчас работают в газовой отрасли. Очень рад за кафедру, то, что теперь есть такая замечательная аудитория, где можно именно как бы руками пощупать, посмотреть, как это все устроено более подробно. Новая аудитория оборудована не только информационными стендами, но и образцами внутридомового газового оборудования, элементами запорной арматуры. В ней представлена линейка приборов учета газа. Есть шкафной распределительный пункт и демонстрационный экран. В рамках реализации совместного учебного проекта студенты кафедры изготовили макет, который изображает схему газоснабжения квартиры. Я благодарен тому, что я участвую в таком проекте по открытию технического класса лаборатории. Безопасная эксплуатация газового оборудования является основным направлением, и поэтому подготовка будущих специалистов с практической точки зрения имеет особо важное значение. Оборудование класса для студентов станет настоящей находкой. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.